Suzuki GSX S1000. 2017 год с пробегом 20, кажется, 6 тысяч километров. Да, все верно, почти 27. На АБС-ке Traction Control, который, кстати, можно либо поставить 3 уровня, либо совсем отключить. Два ключа в наличии. Бак у нас чистенький, полный японского бензина. Он, конечно же, будет слит по транспортной безопасности. Вот сюда выведен USB разъем, он же розеточка, это платные дороги. Стоят нештатные красивые зеркала и нештатный руль. Тут уже на любителя, кому как удобнее. Грипсы, грузики тоже нештатные стоят. Слайдера, подножки, лапка переключения водителя, все заменено на нештат. В целом мотоцикл смотрится очень красиво, все гармонично сделано, никакого колхоза, ничего лишнего нет. Также стоит ветровое стекло. Очень красивый стрит. Резина у нас замены не требует, мягкая, хорошая. Задняя тормозная выработка примерно процентов 5. Остаток колодок отличный. Мотоцикл весь чистенький, без каких-либо следов падения. Вилочка у нас чистенькая. Передней тормозной выработки вообще никакой не чувствуется. Остаток колодок не видно. Попробуем вот так вот. Он больше половины еще. Все отлично. Перед резина тоже сезон можно спокойно откатать. Никаких замечаний, ничего нигде не обнаружено. Цель-звезда отлично. Аккумулятор у нас живой и запуск. Есть кнопка аварийной сигнализации. Дальний ближний у нас ксенон. Очень красивые, кстати, поворотнички.